Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Genesis Noir. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше прохождение и продолжаем исследовать, что у нас здесь появилось нового. А вот сколько добавилось новых пузырьков, давайте все их осмотрим. Одинокая гравитационная волна. Сердце сжимается, когда звезда попадает в окружение. Шкала Кардашова описывает три стадии развития цивилизации. Цивилизация типа 1 осваивает все энергоисточники, доступные на родной планете, без возможности извлечения энергии в других мирах. Энергомощность такого общества ничтожна по сравнению с цивилизацией второго типа. Такая цивилизация взирает за пределы себя в желании согреться в лучах звезды в центре своей орбиты. И, наконец, богоподобная цивилизация типа 3 способна задействовать весь выход энергии своей родной галактики, избавляясь от материи посредством сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Кажется, чтобы достигнуть полного потенциала, необходимо чем-то пожертвовать. Орбитальность. Так, что мы делаем? Я просто вращаю мышкой туда-сюда, пытаясь понять, что нужно сделать. Я что-то сделал? Ничего не сделал. Ничего не понимаю. Конструкция для сбора солнечного света будоражит яркие воспоминания о прошлом. Туда? Ну еще туда? И еще туда? Так, мы четвертый в очереди уже. Еще немного. Но это все тоже мы. Мы как бы за самим собой следуем. Здрасте.
чего я должен делать? Я ничего не понимаю, ребята. Как, в принципе, практически всю игру. Пробую двигать мышкой, кликать куда-то. Что-то произошло. Цветок, который больше не нужен. Пора двигаться дальше. Получено достижение орбитальный. Голоса окликают в межзвездном пространстве. Ученые предостерегают мир об угрозах человечеству, метафорично представляя их в виде часов судного дня. Чем больше минут отбивает стрелка на этих часах, тем значительнее опасность для цивилизации. Попытки создать международное единство едва ли обращают время вспять. Часы, задуманные без делений до 9, представляют мрак полуночи как надвигающуюся неизбежность. С приближением конца на часах судного дня некоторые жители Земли устремляют взор в небеса. Последние новости. Так, может, какое-то определенное время нужно выставить? Так, отправление. Анда, Сириус, Вега, С. Цинус, время отправления. Посадка идет на Сириус. Нам нужно... А какое нам нужно... Поочередно все, ну допустим, 4.25 давайте поставим. Ага, понятно, нужно поочередно все. 7.05. Следующее. И 11.15. Ой, что случилось здесь? Ну, вот сюда.
Ага, вправо. Побежали по космосу путешествия. Это что у нас? Подозрительное отсутствие связи. Массивное судно с развитой бесшумной силовой установкой. Классификация корабль-склеп. Численность населения 1000, длина 182, масса огромная. Пассажирский манифест, имя Филипп Хант, идентификационный номер 43, имя Кайлом Грефом, номер 482. Так, ну тут куча имен идет. О, тут огромное количество имен идет. Я не думаю, что их запомнить нужно как-то. Судно «Сохранение Старой Земли». Космический корабль, корпус которого прошит сталью, переработанную из океанских лайнеров. Корабль-хранитель. Численность населения гигантская. Ничего себе. 359 миллионов. Тоже огромное количество всяких имен, имен, данных. Внимательное рассмотрение. Мастерски изготовленное судно, судно типа «Стюарт». Тоже с огромной численностью населения, пассажирский манифест. С кучей народа. Великий корабль «Дружба». Огромный корабль с несколькими экосистемами и массивными двигателями. К судну типа «Эмиссар». Так, то тут их целая куча, этих суден. Я что-то должен сделать? Что я сделать должен? Так, ну я могу вот так вот понажимать в разных точках, но ничего не происходит от этого. Это ничего не дает. А вот что-то желтенькое. Золотая пластинка. Красиво сделана. Вдохновляет на дальнейшее прослушивание. Здравствуйте. Приветствую вас. Звуки земли. Получено достижение путешествия. Так, ну, дальше смотрим, что у нас тут. Тихий момент неудачи. Ожидаемое разочарование. Новый взгляд на старые вещи.
Ночное небо полно ярких мерцающих точек, но невооруженным взглядом невозможно разглядеть все небесные тела, таящиеся в глубинах космоса. Мы строим телескопы, чтобы увеличить радиус обзора. Поначалу нас восхищают оттенки видимого спектра, но вскоре мы начинаем стремиться узнать больше. Мы создаем устройство для обнаружения гравитационных волн, которые мягко прокатываются через наши тела. Мы видим, как радиоволны поют машинам серенады о наших звездных соседях. Мы наблюдаем тепло, пылающее под покровом туманности, а инфракрасный телескоп докладывает нам о двух звездах, притянувшихся на одну орбиту. Пытаясь понять происхождение нашей Вселенной, мы должны развивать разные виды астрономии. Проявление. Так, я должен найти что-то или как? О! Так, а что я должен сделать тут? О, а гравитационные волны, исходящие от уничтоженной планеты. Опять что-то искать, да? Так, здесь уже три переключения есть. Ну, давайте что-то будем искать. Огромные стальные цилиндры, забитые людьми. Пока что они медленно вращаются в пространстве, транслируя песни жизни. Ой. Так, дальше, видимо, искать нужно еще. Караван крошечных кораблей, прекрасно сделанных, но таких уязвимых в неумолимой вселенной. Thank you.
А нет, это мы уже, получается, это то, что мы уже видели. Но я понимаю, что справа здесь что-то вроде подсказки, вот где эти кругляшки. И это мы сейчас этот правый видели, но я не могу понять, один из вот этих двух я нахожу, а второй никак не могу найти. Но, допустим, левее уже некуда. Вот я по левому краю. Вот это самый левый. Это вот эти вот штуковины? Или здесь еще что-то есть? Так, ну ниже я спуститься не могу, а как мне к вот этому тогда добраться? Не понял. Может, по вот этим вот смотреть, откуда они летят, что ли? Ой, ой-ой-ой, вот это что? Ну-ка. Радиопередачи сообщают об аномалии и миссии по ее исследованию. О, еще. Мы должны вот эту штуковину найти. А, вот это типа след, может быть, нужно по нему? Ну, давайте. Вот что-то. Незавершенная космическая станция, огромная и запутанная, но созданная специально, чтобы быть разрушенной. Ладно, идем дальше по следу. Вот. Ракета приближается стремительно. Ее двигатель испускает гравитационные волны, самым неожиданным образом искажая пространство-время. Здрасте. Можно автограф? Портрет, вызывающий чувство неловкости. Лестные, но нежелательные. Противоречивые эмоции вводят в затруднение. Получено достижение проявления. И у нас там один пузырек остался последний. А ну-ка. Что же тут? Конец большого взрыва. Обратного пути нет. По одной из участи нашей Вселенной, расширение со времен Большого Взрыва замедлится и в итоге обратится вспять под действием гравитации. Многочисленные черные дыры поглотят всю материю и объединятся, все больше разрастаясь. Аналогично рождению нашей Вселенной из единой точки во время Большого Взрыва, ее существование может завершиться внутри непостижимо большой черной дыры, занимающей единую точку в пространстве. Эта теория носит название «большое сжатие» или «большой хлопок». Интересная теория, но мы уверены, эта участь нас не постигнет. Thank you.
Так, а что-то мы должны сделать. Золотое сечение, которое по спирали закручивается внутрь ко все меньшей и меньшей точке. А что его сейчас? Сюда его, его применить? Что это мы сделали в итоге? Сингулярность. Куда-то еще нужно применить? Нет, надо, видимо, дальше искать места, где можно применить. Но это как будто мы уничтожаем все. Газовый гигант, который так и не стал звездой. А я не туда хотел. Так. Хорошо. Олень. Тебя тоже можно уничтожить. Созвездие, изображающее дальних предков на охоте. Давайте это созвездие что ли уничтожим. Бумс, черная дырочка. Сейчас просто уничтожаем вселенную. Ну, ладно, выбора вроде нет. О, а вот и Земля. Любопытная планета, населенная красивыми и опасными существами. Людьми. Была планета и нет планеты. Стой! Что, не дали нам закончить? Что, стоп, что я делаю? Остановись, старый друг. Что мы должны сейчас сделать? Пожалуйста, остановись, дух предков. Сейчас же остановись, вечный демон. Стоп-тайм, брат Бит. Перестань волноваться, путешественник во времени.
У тебя есть выбор, Никто. Последняя спиралька. Внутри черных дыр холодно и одиноко, хотя холодно в них не абсолютно. Согласно трюкам квантовой механики, частицы, попавшие в ловушку черных дыр, способны создать собственного двойника и вырваться на свободу. Этот процесс, известный как излучение Хокинга, предсказывает, что даже самые массивные черные дыры однажды полностью испарятся. Парадоксально, по мере приближения массы черной дыры к нулю, ее температура взлетает до градусов выше, чем сверхновой. Вряд ли кому-то захотелось бы оказаться рядом. Спичка для освещения. Одиночный. Спичка потухла. Но спичка у нас не бесконечная. Я хоть туда бегу, куда нужно. А то сейчас потрачу спички, прибежав вообще не туда куда-то. Ну давайте вот в одном направлении будем бежать. Так, странно. Может быть, мне действительно бежать куда-то в другую сторону? Или просто продолжать бежать? Может быть, здесь на время? А, нет, смотрите. Что-то происходит. Украденные часы. Хотя они разбиты, их можно отремонтировать. Что это? Рога? Да, спину почесать. Спасибо за рога, хоть спину почешем. Thank you.
Ну что, последняя спичка. А, мы поджечь прямо можем. Получено достижение «Сингулярность». Когда погаснут последние звезды и во Вселенной останутся лишь черные дыры, не исключено, что большой взрыв еще прогромыхает по ней раскатистыми звуками жизни. Мы запустим ракеты в эргосферу вращающейся черной дыры согласно процессу Пенроуза. Подобно лепестку в водовороте, ракеты наберут непостижимую скорость и энергию. И прежде чем черная дыра их поглотит, вторым возгоранием часть ракеты выведется из гравитационного поля, а остатки упадут в бездну. Несмотря на то, что мы останемся лишь с половиной ракеты, она наберет огромную энергию. Питаясь мощностью черной дыры, наша цивилизация будет процветать в темноте на протяжении нескольких триллионов лет. Как мы распорядимся этой вечностью, только время покажет. Что с тобой? Что с твоей рукой? Сингулярность. Что-то он бежать не хочет. Недостоверная статуя. Достоверная статуя. Сирены разумные. Здравствуй, старый друг. Неплохо выглядишь, учитывая обстоятельства. Ты потерял разум. Но сейчас ты здесь.
Нам ясно, мы понимаем. Ты столько всего потерял. И не только руку. Ты смотришь на меня. И я чувствую любовь, которой мы связаны навеки. Что за жесть происходит, ребята? Так, ну я уже закрасил весь экран. Что еще я должен сделать? Что это я делаю? Ага, я могу еще вот так вот куда-то улетать. Ёлки-палки. Охотница. Дорогой застывший в свете, твой взгляд не блуждает. Натренированный на пути, никогда с него не сбиваться. Ты смотришь на меня, и я чувствую любовь, которой мы связаны навеки. Застывший в свете. Повторяется, да? Ладно. Так, и что теперь?
исследовательница. Что это я сделал? Обними меня и решись жить свободно. Свободно от всего. В наших объятиях ты смотришь на меня, и я чувствую любовь, которой мы связаны навеки. Вот еще что-то. Музыкант. Что я не посмотрел, куда он был нажал? Так. А, угадал. Вторая, четвертая, третья. Рассвет. Звезды исчезают. Исчезают навстречу своей смерти. Они больше не будут сиять. Они не обретут покой. Обними меня и решись. Решись жить свободно. Свободно от всего. В наших объятиях. Ну и так далее. Что у нас тут? Аронин. Так, нам нужно здесь собрать пазл, да? Стоп. А вот так вот мы берем, сюда ставим, да? Понял. Так. Наверное, тут. Исчезай, подобно ночи, подобно снегу, парящим в воздухе, залитым солнцем. Звезды исчезают. Исчезают навстречу своей смерти. Они больше не будут сиять. Они не обретут покой. Так, я понял, что они не обретут покой, что нужно обняться и так далее. А нам что делать-то, я не понимаю. Совсем. О.
Я не понимаю, я должен что-то делать или нет? Аж запыхались. Видение цветущего будущего будоражит яркие воспоминания о прошлом. Можем ли мы это остановить? Нет. Бесконечная охота, месть зимой, прослушивание хитов, исследование относительности. Ну, допустим, если мы эту дверь выберем, то что? Я вообще, ребята, не понимаю, что сейчас происходит? Вот что происходит? Что-то делается, а что делается? Черт его знает. Импровизированный эксперимент. Относительно большие проблемы.
происходит? Я просто мышку зажатую держу и все, ребята. Это все, что я делаю. Мы просто смотрим мультик. Нам нужно таким образом в каждую дверь зайти, что ли? Судя по всему. Разыграно все. Просто хиты. У меня вообще подозрение, уже причем давно, что в любую секунду будет конец игры. Просто все как бы уже давно к этому идет, но никак не могу понять, что происходит. В этой игре как-то сложно даже судить о том, на каком этапе мы сейчас находимся прохождения. То ли это уже конец, то ли еще впереди куча контента, кто его знает, ну как-то... Даже не знаю. Давайте посмотрим, что же будет еще за вот этими дверями. О месте зимой. Под зимним снегом. Время для мира.
свершенная месть. Последняя зеленая дверь — бесконечная охота. Бесконечный голод. Революция начинается. Охота на зубра. Хорошо, что теперь?
тебе не нужно никого спасать. Получено достижение «Свобода воли». Согласно гипотезе пузырей, помимо нашей Вселенной существует мультивселенная с высокоэнергетической территорией или инфлатонным полем. Там бесконечное количество Вселенных расширяется из ничего. Каждая из них неповторима, от космологической постоянных до массы элементарных частиц. Пока невозможно понять эти странные миры, но воображение воплощает темную неизвестность в миф. Воображение воплощает темную неизвестность в миф в то время, как я лежу, растянувшись под ночным небом. Яркие вспышки озаряют мой разум в то время, как грипп достигает моего урчащего желудка, и я резко сажусь, вытянув спину. Множество звезд одаривают меня своим сиянием, и в них я вижу своих предков, обнаженных, худощавых. Они танцуют перед большим костром, а они становятся пеплом, они оборачиваются оленем и зубром. Они по капелькам собираются в бурлящую воду и в туманные силуэты духов. Благородное величие неба переполняет меня эмоциями, но присутствие духа предков приносит мне умиротворение, и из этой непостижимой дымки появляется мир в знакомых формах. Медитация очищает разум от горя, тревог, нерешительности, и на их месте я обнаруживаю пустую кружку в своей руке. Я тоже сейчас опустошен. Закипает вода, и я вглядываюсь в пузырьки. Каждый из них на мгновение озаряется блеском и исчезает. Так же и воспоминания проносятся перед глазами, чтобы исчезнуть. Из чайника вырывается пар, и он протяжно свистит. Мое чувство безмятежности ускользает, и возвращаются мысли о смерти. Я снова напряженно дышу, в то время как рождается вечный демон, и мой разум преобразовывает сверхъестественные очертания в фигуры, сталь и камень. Фигуры сталь и бетона, ритмы и гармонии становятся приветствующей публикой, опьяненной и громогласной. Мой инструмент призывает толпу из мрака ночи и обращает ее в реальность. Он также призывает музыкантов, братьев, дам, важных персон и тех, кто потерял свою влиятельность. Виски меня опьяняет. Переполняясь чувствами, я танцую вместе с толпой. На несколько мгновений толпы пересекаются, и незнакомцы вдохновляют песни во мне на захват радиоволн. Я экспериментирую с мелодией, но ноты сочетаются неблагозвучно. Песня ускользает от меня, но брат бит наполняет мое сердце ритмом, который придает миру новую форму и увековечивает ее. Мой жизненный опыт придает миру новую форму и увековечивает ее. На моих глазах частицы становятся волнами, пока лабораторные машины тихо гудят. Я бросаю частицы друг в друга, и они разбиваются на созвездия осколков. Я анализирую полученные результаты и обнаруживаю бесконечное расширение. Я предполагаю, что причина тому – инфлатонное поле. Я представляю эту мультивселенную в виде фрактала, пересекающихся пузырей, и у меня голова идет кругом. Разрозненные частицы коллапсируют в единую форму, осияющую и опасную, прежде чем затеряться в поле. Данные завораживают меня, как песни сирен. В моем оцепенении меня обнимает путешественник во времени. Я успокаиваюсь и понимаю мультивселенную. Я даю ей имя. Наше воображение воплощает темную неизвестность в миф. Из смутных очертаний вырисовывается мир в знакомых формах. Наш разум преобразовывает сверхъестественную дымку в фигуры, сталь и бетон. Жизненный опыт каждого изменяет очертания мира и увековечивает их. Мы даем этому имя. Мы называем это константой.
это еще не конец? Исход. Тебе не нужно никого спасать. Получено достижение в одиночестве. Ну, по-моему, это уже финал. Или еще нет. Да, это уже финал игры, ребята, и давайте в таком случае мы уже подведем итоги. Я даже не знаю, как оценивать эту игру, потому что я бы это не назвал бы даже игрой. Это такая интерактивная анимация с огромным количеством интерактивностей. Сюжет здесь есть, но он очень непонятен. Ну, то есть он здесь передан через аллегории. Здесь все передано исключительно через аллегории. В прямом смысле здесь ничего не передается, и поэтому понимать все это очень сложно, и каждый может это понимать по-разному. И, кстати, с удовольствием почитаю в комментариях ваши версии, если вы напишете. Мне нравится, как это выглядит. Мне нравится, как это звучит. По поводу управления сказать толком ничего не могу, потому что все, что я делал, это периодически либо кликал мышкой, либо вводил в нужном направлении. То есть, по сути, это point and click у нас обычный.
По поводу того, насколько это интересно, тоже сказать ничего не могу, потому что здесь у каждого может быть свое мнение. Мне показалось это немножко как-то затянутым. Некоторые элементы были чересчур уж медлительнее. Иногда прям хотелось то ли кликнуть, то ли нажать куда-то, но нет, нужно было медленно смотреть на медленную анимацию. Анимации здесь, конечно, просто гигантское количество работы проделали разработчики. Так что оценивать я, наверное, даже и не буду, у каждого будет своя оценка для этого продукта. Что у нас тут? Мы даем этому имя. Я сижу один, мой дешевый кофе остывает, пока я озвучиваю каждое из многих имен, которыми бы тебя назвали. Зная, что ты посмотрела бы на меня с гордостью, я чувствую, как разрываюсь на части. Воображение воплощает темную неизвестность в миф. Это то, чем являешься ты. Мое тело, сталь этой стойки, бетон тротуара. Все это растворяется обратно в клубы сверхъестественной дымки, когда ты исчезаешь из памяти. У меня нет никакого плана. И я делаю еще один глоток. Воображение воплощает темную неизвестность в миф. Это все, чем являешься ты. Так, ну я думаю, на этом уже, наверное, точно все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока. Так, ребята, я не сразу понял. Я не сразу понял, что здесь мы не просто должны как бы кликнуть, что это идет последовательность событий слева направо. Что, в принципе, в игре есть две концовки, и мы сейчас выбор можем сделать. Кстати, впервые в игре какой-то выбор мы, влияющий на события, делаем. Я это узнал только после завершения записи, когда посмотрел на список достижений полученных, заметил, что одно не хватает. И это достижение как раз за получение второй концовки. Мы можем здесь сделать выбор. То есть мы можем, в принципе, нажать вот сюда. Давайте посмотрим. Получено достижение не в одиночестве. Все, вот теперь игра уже полностью пройдена на 100% на все концовки.
Mm-hmm.